решил провести эксперимент, как я уже анонсировал, сколько можно прожить в Мурманске за месяц. Я планирую где-то потратить 3000 рублей на еду. Ну, я даже думаю, меньше. Вот, начиная с 20 мая, так как дети уезжают, супруга, к сожалению, не уезжает. Вот, что мы имеем? Я накупил на эту неделю продуктов. Я, скорее всего, буду еще что-нибудь покупать. У меня получилось 660 рублей. Вот, килограмм свинины купил, охлажденный, 285 рублей. Ноги цыпленка, кстати. Я купил из-за того, что там дешевые, дорогие, да? Просто мне нравится, я суп из него буду делать. На 60 рублей больше килограмма. Горошек тоже купил для салата. Капусты не купил, чтобы салат сделать. Так, на 50 рублей. Ну, и крупы перловые на 25,90. Это из одного человека покупал я в этом Интерторге, в паре. Крупа перловая не здесь, вот она. Крупа перловая тоже брал из-за того, что там она какая-то дешевая. Просто мне реально нравится. Кто мне давно не готовил это. Плюс картошки на 15 рублей. Лука на 47, дорогой какой-то лук. И по мелочам укроп на 15. Ну и яйца. Яйца 47 рублей не обошлись. И консерву рыбную сайру. 50 рублей, что ли, она стоила. Часть стоимость есть, в конце почитаю. Вот, хочу протянуть вот эту неделю. Конечно, останется сахар. Чай я покупать не буду. Чай у меня свой лесной я собираю, который еще ведро брусника мне осталось. Так что питье у меня есть. Проезд я не трачусь, потому что я езжу на велосипеде. Плюс я не завтракаю. Но ради полноты эксперимента все-таки я буду завтракать. Стараюсь себя осилить. Вот у меня мясо. Я порезал его на кусочки. Вот здесь самый большой. Вот здесь вот. Это я пущу на перловую кашу. А остальные маленькие кусочки, это я по утрам жарю. Жарить буду яичницу с мясом. Ну, так как я по утрам бегаю, где-то 5 километров, когда озеро растает, на которое я бегаю. Зимой-то я 3 километра. И там плаваю в Семеновском. А тут я буду бегать на 5 километров и плавать. Поэтому бывает, что прибегаю, мне некогда готовить. В данном случае, я надеюсь, буду пораньше вставать, чтобы для полноты эксперимента надо все-таки позавтракать. Вот такие дела. Это как предисловие к общему видео. Каждую неделю я буду выпускать его. В следующей неделе, в воскресенье, скорее всего, вечером выпущу. Буду показывать, сколько у меня уходит на еду. Вот, как я говорил, уже 660 рублей ушло. Но я вот яйца, масло, я думаю, уже останется. На месяц хватит, сахара тоже, перловки. Не знаю сколько, но в следующей неделе я уже буду что-то другое покупать. Я не буду каждый день. Каждый день есть одно и то же. Плюс я еще докуплю капусту для салата, майонеза. И посмотрим, насколько у меня... Уже как-то просто по телевизору смотрел. Не по телевизору, а на ютубе. Как человек тоже пытался прожить на 2500. Весь худал. Ну, не знаю, как это. Мне кажется, вполне хватит 3000, хотя многие возражают. Говорят, что не потянешь. Это как-то челлендж называется. Как это, когда... Ну, такой вот формат видео. Не знаю, как он называется. Челлендж, не челлендж, но... Вот такой вот у меня будет рацион. Плюс суп я буду варить из куриных ножек. Картошки я мало ем по максимуму. Вот тут килограмм курицы. Лапок мне хватит, думаю, на неделю. Плюс среда и пятница вот буду суп готовить из сайры. Сайры, немножко картошки. А помидоры, может, куплю. Мне хватит, забыл, кстати, про помидоры. Вот, так что я планирую, что 800 рублей на неделю вот на это потратить. Там будет уже меньше, сало останется. Картошка останется, лук останется, сахар останется. Яйца, я думаю, тоже останутся. Ну, посмотрим. Если хотите узнать, получится мне или нет, подписывайтесь. Ну, и следите за событиями. Я сначала, изначально я думал, что где-то 2500. Потом посмотрел, что-то все так резко подорожало. Если лапки стоили 40 рублей, сейчас они 50 рублей килограмм. Также и все остальное.
Ну, я не прощаюсь. Это было предисловие, это не основное видео. Основное видео будет уже в следующий раз. Я буду потихоньку снимать. Там завтрак, ужин. Обеда я на работе, я уже там снимать не буду, но я буду суп. Я беру только суп, без хлеба, без бутербродов, просто на работе. Термосок с чаем. Чай у меня, там листы всякие брусничные. Из леса нашел. Иван-чай. Сахар. Единственное, что я буду тратиться на сахар. Ну, сахар я купил, мне его хватит на месяц. Может, даже больше. Вот такой вот эксперимент.